убогий, просила вас Божия Матерь, и не только о вас, но о всех любящих меня, и о тех, кто служил мне и мое слово исполнял, кто трудился для меня, кто обитель мою любит, а коль паче вас не оставлю и не забуду. Я, Отец ваш, попекусь о вас и всем веке, и в будущем. И кто в моей пустыне жить будет, всех не оставлю, и роды ваши не оставлю не буду. Вот какой радости Господь сподобил нас, зачем нам унывать? Летом 1754 года в городе Курске родился мальчик. Родители Исидор и Агафья Машнины назвали сына Прохором, а весь православный мир знает его как преподобного Серафима Саровского. Здесь начинается квартал, в котором проходило детство преподобного Серафима Саровского. Недалеко стоял дом его родителей, которые занимались подрядами и строили каменные здания. Именно они строили Серего-Казанский собор, в котором и произошло первое чудо с преподобным Серафимом Саровским. Будучи еще младенцем, он упал с колокольни, и мать его не думала, что обретет живым. Но когда она спустилась, он находился здрав и невредим. Первое чудо. Господь сохранил младенца, и он в здравии продолжал свою жизнь. Недалеко находится и храм, в котором он был крещен, Воскресенско-Ильинский. В этом же храме были обвенчаны и его родители. Вот эти места, где своими ногами ходил преподобный Серафим Саровский. Он благословлял эту землю своим естеством. И куряне очень чтут не только самого преподобного Серафима, но и его родителей. Каждый день в поминании о упокоении читаешь в записках Агафью и Исидора Машниных. Сергиево-Казанский храм возводился на глазах отрока Прохора, а ныне его освящают иконы преподобного Серафима. Воистину божественная благодарность добродетельным родителям, подарившим миру сына, святого чудотворца. С юных лет Прохор стал избранником Божией Матери, как говорят, богородичным святым. В возрасте около 10 лет Прохор тяжело заболел. Во сне ему явилась Богородица и сказала, что вскоре посетит и исцелит его. Чудо случилось во время крестного хода. Икону Пресвятой Богородицы переносили из Знаменского монастыря в Коренную пустынь. Эта икона была найдена в XIII веке в окрестностях древнего Курска, полностью разоренного полчищами Батыя. С 17 века хранится икона в Знаменском монастыре, и ежегодно в память первоначального явления ее переносят в Коренную пустынь. В тот памятный год, во время крестного хода, вдруг разразился ливень. К крестному ходу нужно было свернуть именно на усадьбу и пройти через усадьбу преподобного Серафима Саровского. Мать Агафья вынесла болящего отрока Прохора и приложила его к иконе. С этого дня он стал исцеляться и совершенно выздоровел. Прохор получил благословение матери на иноческую жизнь. И в 19 лет пешком отправился с 5 товарищами в Киев за наставлениями печерских старцев. Он мечтал поселиться на Святой горе Афон, первом земном уделе Богоматери. Но прозорливая старица Досифея, подвязавшаяся в затворе близ Лавры, указала ему на Саровскую пустынь, как на место его спасения и подвига. «Гряди, чадо Божие, и прибуди тамо. Место сие будет тебе во спасение. С помощью Божией там окончишь ты и свое земное странствование. Святой Дух, сокровище всех благих, управит жизнь твою во святыне». Саровская пустынь, монастырь, отличавшийся особо строгим уставом, возник в конце XVII века в лесной глуши
при впадении реки Саровки в реку Сатис. В XVIII веке близ обители образовался город Саров, а пустынь славилась как колыбель и академия монашества. Еще будучи послушником, Прохор снискал любовь всех старцев и братьев своим беспримерным подвижничеством. Не оставляла своим попечением его и Царица Небесная. Явившись к нему, когда он страдал от тяжелой болезни, она возложила руку на его голову и сказала: «Сей от рода нашего». Прохор поправился и после 7-летнего послушания был пострижен в монахи. Имя ему дали Серафим, пламенный. Преподобный ежедневно служил в храме. За его пламенную любовь к Господу Серафим сподобился благодатных видений. Во время божественной литургии в Великий Четверток Серафим увидел Господа Иисуса Христа, идущего от западных дверей храма в окружении небесных бесплотных сил. Господь благословил всех молящихся и вступил в местный образ справа от царских врат. Немногое сохранилось в наши дни от Академии монашества. За годы советской власти снесен Успенский собор, взорвана церковь живоносного источника, осквернены храмы Саровской пустыни. Но никогда не прекращалось живое общение преподобного Серафима с православными. Люди тянулись к серафимовским местам, несмотря на то, что с 1946 года Саров стал закрытым городом, и попасть туда было практически невозможно. Сначала он стал арзамасом 75, затем арзамасом 16, а в 1954 году переименован в город Кремлев. Особое положение города объяснялось тем, что после войны там был образован ядерный научно-исследовательский центр. Необходимо было в минимальные сроки разработать новый вид оружия. Для этого были собраны лучшие ученые страны. Задача была предельно понятна. Или мы успеваем догнать Америку, или неизбежна новая война и, как следствие, потеря независимости. Ядерные взрывы в Хиросиме и Нагасаки очень убедительно это продемонстрировали. Поэтому весь коллектив ядерного центра